Дорогая Казань, 8 января мы у вас в гостях. На Татнефть-арена пройдет грандиозный спектакль «Ромео и Джульетта». Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, олимпийские чемпионы Таня Татьмянина и Максим Маринин, олимпийский чемпион Роман Костомаров, чемпионы мира и Европы Мария Петрова и Алексей Тихонов, чемпионы мира Оксана Домнина и Максим Шабалин, чемпионы мира Альбена Денкова и Максим Ставицкий, Маргарита Дробязко и Павел Сванагс и целое созвездие потрясающих фигуристов приезжают для того, чтобы подарить вам свое искусство и показать мой спектакль, который покорил уже Верону, Турин, Москву, Санкт-Петербург. И вот сейчас мы у вас в гостях. Казань, 8 января. Это нельзя пропустить.